Всем привет! Привет-привет! Guten Tag! Guten Tag! Рада вас приветствовать на канале Карт-рецепт. Меня зовут Ирина. Меня зовут Андрей, наш сынок. Артём. Застеснялся. Сегодня у нас новый выпуск Карт-рецепт на выезде. И мы хотим с вами поделиться. Да, мы в Германии. Вот это замок Нойшвайнштайн. И мы хотим с вами поделиться одной очень специальной, типичной для Германии напитком, одним специальным типичным напитком, который называется Апфельшорле. Поэтому у Артёма в руках яблоко, апфель. Апфельшорле ждет нас снизу, сейчас мы в горах чуть-чуть. Ну а Ира расскажет, как его приготовить. Очень вкусный напиток. Очень просто. Для этого вам потребуется апфельсафт, это яблочный сок, минеральвассер, минеральная вода. И все смешиваем в равных пропорциях, один к одному. Смешали в одном стакане по 100 мл, и у вас получился очень вкусный прохладительный напиток Апфельшорле. Да, если вы хотите сделать его прохладным, лучше взять из холодильника. Приятного аппетита вместе с карт-рецепт. Да, good аппетит. Пока-пока, до новых встреч. Да. Готовьте вместе с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за нашими кулинарными путешествиями. Пока.